Это ДТП испортило настроение не только участникам аварии и пассажирам, но и случайным очевидцам. Вот водитель «Лады» 14-й модели объезжает битый автобус и подрезает автора видео. Куда ты едешь-то? Ты чё? К счастью, это подрезание не закончилось еще одним ДТП, но до этого водитель автобуса одновременно с девушкой-водителем «Шкоды» поворачивали с улицы Попова на Чистопрудненскую. Разъехаться не получилось. От удара автоледи увезли на скорой, а за нее на месте ДТП остался ее супруг Эдуард. На что жаловалась? Бок вот этой части. Неприятно. Не объяснила, как она ехала? Зеленый загорелся. Поворачивала, и автобус у нее... Автобус прямо ехал, да? Автобус оттуда, видимо, ехал и поворачивал сюда. Водитель автобуса Никита не отрицал, что не вовремя повернул налево. По словам мужчины, он ехал около 5 километров в час. Налево поворачивал. Вы налево на зеленый, да? И она на зеленый. А кто кого должен был пропустить? Я сейчас пока что-то не соображаю. Я должен был пропустить. Вы должны были пропустить, да? По данным ГИБДД, кроме водителя «Шкоды», в этом ДТП пострадала 31-летняя пассажирка автобуса. Судя по повреждениям у иномарки, как минимум замята дверь, задето крыло, крыша, сломалось зеркало. Машину владелица будет восстанавливать, скорее всего, уже в следующем году. Сергей Пичугин, место происшествия.